Лина, я хочу раскрыть тебе страшную тайну. В детстве я был гадким утенком. А, то есть, если я правильно помню сказку Андерсена, сейчас ты прекрасный лебедь? Ну, скорее, селезень в расцвете сил. Ой, неожиданный поворот. Ну ничего, 7 декабря мы выясним, как все-таки из гадкого утенка вырастить прекрасного лебедя. А ты ступай пока во двор, там тебя утки заждались. Кря-кря? Угу.